Новых поставок санкционного товара на иркутских прилавках нет, рассказывают продавцы. Фрукты остались со старого привоза по 220 рублей за килограмм. Основной поставщик – Абхазия. За кило цитрусовых оттуда придется отдать уже 250 рублей, как и за испанские апельсины. А вот мандарины из ЮАР дороже – 290. Не так горчит, как грейпфрут, но и не такой большой, как помело. Из этих двух фруктов американцы вывели необычный сорт цитрусовых – свити. Килограмм необычного зеленого фрукта стоит 390 рублей. Те, кто не хочет экспериментировать, могут взять гранаты. На них цена упала. Килограмм обойдется в 250 рублей. Снизилась стоимость и на яблоки – от 120 до 200 рублей за кило. В самом разгаре сезон хурмы. Шоколадный из Ташкента – 150 рублей, а королек – 170 за килограмм. Сейчас уже дачный сезон закончился. Начали брать хорошо помидоры, огурчики. Также начали брать перчики. Сейчас уже голубцы делают. Перчики маринуют. Цены также, может быть, чуть-чуть на помидоры поднялись, а так цены стабильные, как и были. Цены на помидоры разные. От 170 за сливовидные до 320 за мясистые из Ташкента. Черри подорожали до 330. Картофель обойдется в 55 рублей за килограмм. Екатерина Сыроватская, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.